Лиляну Георгия Прокопьевича. Буназива. Салют тонората презенце. Здравствуйте. Я хочу сказать вам, что в 90-м году я был первым официальным лицом, который пришел и установил отношения с лидерами Гагаузской республики или автономии. И с тех пор очень внимательно слежу за событиями в Гагаузии, как и во всей республике. Сегодня хочу сказать спасибо госпоже Башкану, госпоже Ирине Влах за приглашение, в котором отмечено, что она озабочена унионистским движением. И напросился выступить перед вами. Что я хотел бы вам сказать? Что мы сейчас не доверяем политическому классу. Ни с одной стороны, куда бы нас ни призывали, они потеряли полностью доверие народа. Кто бы их ни финансировал. Значит, создалась такая платформа, такая группа, которая практически паразитирует на деньги и каких-то секретных служб, специальных служб, различных фондов. Я думаю, что основные проблемы нашего государства и нашего народа должен решить народ. А для этого нам нужно очень внимательно друг к другу прислушиваться, присматриваться. Должна быть толерантность, терпимость. Я сегодня выслушал здесь очень много выражений на грани психоза. Мы должны очень внимательно, никто отсюда не разъединит, мы будем жить вместе. Что я хотел бы сказать, если мне позволяет время? Здесь говорилось об истории гагаузов, тюркских народов в Буджакской степи. Мы тоже в Буджакской степи, Чемишлия. Куда делись ногайские татары, ногайцы? Кто помнит про них? Недавно я перелистывал несколько книг населенных пунктов Гагаузии. Я вижу, что гагаузы гордятся родством с ногайцами. И даже при археологических раскопках сохраняют, приглашают ногайских татар. А что с ними случилось? Где они? Кто их депортировал отсюда? А может быть, еще остались какие-то ногайцы здесь? Я очень внимательно присматриваюсь к жителям Чемишли. Я вижу среди них очень много последователей ногайских татар, которые были породнены с чемишлийцами. И не только в Чемишли. И кто-то их спрятал во время этих высылок. В отношении румынского языка. Я вижу у вас в городе памятник Владимиру Ильичу Ленину. Я был очень хорошим студентом. Изучал Ленина не только то, что мне давали. Читал, изучал, интересовался Маркса. И вы посмотрите, поднимите книги и увидите, что они нас называют румынами. Тех, кто называет сегодня молдаванами, они нас называли румынами. Что случится, если молдаване все начнут через один год, два называться румынами? Я почему говорю? Потому что должна быть терпимость. Во-первых, это дело молдаван. Этот процесс очень сложный. Мы прошли длительный период под чужим руководством. Не скажу оккупацию, чтобы не вызывать каких-то отрицательных эмоций здесь. Мы все сейчас заложники политического класса некомпетентного,